Наконец-то, друзья, удалось найти что-то нестандартное и очень прибыльное. Это новый телеграм-бот для заработка BooksTG, где вам платят по 2 и по 3 рубля за обычные подписки на YouTube и телеграм-каналы. За 100 кликов, то есть за 100 подписок, здесь вы можете заработать, получается, от 100 до 300 рублей. Давайте проверим, так ли это на самом деле, ну и все, что заработаем, будем выводить. Итак, друзья, это максимально свеженький бот, в котором содержится огромное количество самых разных заданий. Где-то надо там подписаться, вот как здесь, прокомментировать, зарегистрироваться на сайте, и платят, как видите, реально неплохо. Вот, просто нажимаем «Заработать», я только что нажал и получил первое задание. Здесь, друзья, необходимо подписаться на YouTube-канал и лайкнуть последнее видео. За это мы заработаем 1,8 рублей, то есть практически 2 рубля за подписку. И как мне кажется, так, друзья, сейчас не платит вообще ни один другой бот, и я думаю, что сейчас оплата здесь настолько высокая, потому что этот бот новый, набирающий популярность, и вот он работает всего 18 дней, а здесь, друзья, уже практически 11 тысяч человек зарабатывают. Это очень жесткий результат. Ну и поэтому здесь сейчас просто наплыв рекламодателей, которые готовы вам платить намного больше за те же самые обычные действия, что и в других ботах. Итак, если вам задание, друзья, нравится, то выполняем. Если нет, то нажимаем следующее задание и получаем другое. И так ищем до тех пор, пока вы не найдете то, что вам будет по душе. Ну а я давайте пока что это задание выполню. Переходим на YouTube канал, открываем с помощью YouTube. Теперь мы на него вот так вот подписываемся, делаем скриншот того, что мы подписались. И также там надо было лайкнуть последнее видео. Открываем, ставим лайк и тоже делаем скриншот. Все, задание отправлено, нажимаем отправить отчет и прикрепляем сюда скриншоты. Так вот, первый и второй скриншоты отправляем. Все, друзья, отчет отправлен. И обычно там спустя 20-30 минут задание проходит проверку. И если все сделано правильно, то вы получаете оплату. И да, друзья, длительность этой проверки зависит от того, когда автор этого задания зайдет в бот и проверит. А вот мы сейчас выполнили, и он на свой телефон получил уведомление, что задание выполнено, поэтому здесь, друзья, проверка таких заданий происходит достаточно быстро по сравнению с сайтами, где никаких уведомлений не получают. Ну и пока ждете, можем, друзья, выполнять следующее задание. Вот, просто нажимаем снова задание, и видите, не надо ждать предыдущей проверки, чтобы выполнить следующее. Мы просто нажимаем следующее, и вот, друзья, следующее задание еще более прибыльное. Смотрите, надо подписаться на группу, ну или же чат в Телеграме, и в ответе на вопрос укажите код из закрепа в группе. 3 рубля практически, тупо за подписку. Давайте, естественно, это тоже сделаем. Переходим на этот чат, присоединяемся. И здесь вот этот код. Копируем этот код и отправляем его в отчет. Вот так вот. Раз. Ставить. И отправляем. Все, друзья, смотрите, это задание у нас автоматически выполняется. Я уже, считайте, на ваших глазах 5 рублей заработал. И такие задания здесь, друзья, можно выполнять просто там бесконечно много. Они здесь появляются каждый день просто пачками, сотнями, потому что бот с каждым днем становится все популярнее и популярнее. И выполняя такие задания, вы, друзья, будете зарабатывать там 200-300 рублей в сутки. Но такой доход вы будете получать до тех пор, пока вы эти задания выполняете. Как только вы перестали их делать, все, доход остановился. Но я придумал схему, как, используя эти же задания, запустить полностью пассивный доход и зарабатывать эти же 200, 300 или даже 500 рублей в сутки, только уже ничего не делаем. И нет, друзья, здесь не будет никаких там автокликеров или макросов, все намного проще, поэтому усаживайтесь поудобнее, смотрите видос до конца, ну и показываю все по шагам. Итак, друзья, для запуска дохода нам необходимо иметь абсолютно какую-нибудь любую сумму на балансе. Это можно сделать либо, как я уже показал, выполняя задание в этом разделе, либо, если вы не хотите тратить время на задание, то вы можете просто пополнить деньги любым способом. Здесь уже решать только вам. Ну а сейчас, друзья, давайте я в этом бою в ближайшие 24 часа позарабатываю, ну и посмотрим, сколько за это время я смогу заработать, ну а дальше покажу, что делать уже прямо на практике. И да, друзья, обязательно подпишитесь на канал, потому что, как вы могли заметить, я на каждое видео трачу просто огромное количество времени, а иногда и деньги, просто только ради того, чтобы что-то ради вас проверить. Ну а ваша, друзья, подписочка на канал будет главной мотивацией для меня продолжать это делать, поэтому подписываемся, ну и скоро вернусь. Итак, друзья, вчера часов, наверное, 5 я еще поработал после того, как выключил камеру, все задания улетели на проверку, и вот я только что сегодня проснулся, вот видно, 10 часов утра. И по итогу, друзья, все проверочку прошли, и у меня уже на балансе 344 рубля 56 копеек.
копеек. И это реально круто. И самое главное, друзья, что задания, они так и не закончились. Вот вы можете их дальше выполнять, выполнять и выполнять. То есть, друзья, если каждый день так прям сидеть, то у вас будет выходить за неделю больше 2000 рублей. Ну, это прям вот, если так же каждый день по несколько часов работать. И смотрите, главный момент. Прямо сейчас я все заработанные деньги могу взять и вывести на Payeer, потому что минималка на выплату всего лишь 15 рублей. И затем я эти деньги смогу идти тратить, как захочу, а завтра, например, опять зарабатывать. Но также, друзья, я могу эти деньги сейчас использовать и создать на них какое-нибудь свое задание, которое будет приносить мне прибыль на полном пассиве. Ну и давайте я вам покажу, как это сделать. Сейчас все заработанные деньги лежат на основном балансе, и с этого баланса их можно выводить. Но чтобы использовать их для создания вот здесь заданий, их надо конвертировать вот сюда, на рекламный баланс. Для этого нажимаем «Мой кабинет», дальше нажимаем здесь «Конвертировать», продолжить. И теперь указываем сумму, которую необходимо конвертировать. Я, друзья, укажу сумму 190 рублей. Нажимаем «Конвертировать». И все, теперь 190 рублей у меня лежат на рекламном балансе. Ну а 154 рубля остались лежать на основном. Я, друзья, оставил их здесь на основном, чтобы протестировать здесь вывод денег. И давайте как раз таки эти 150 рублей выведем. Указываем здесь Payeer кошелечек, ждем. Так, на вашем балансе 150, давайте укажем всю сумму. Итак, 154 рубля 56 копеек, смотрим. Все, выплата у нас успешно создана и будет отправлена в течение 24 часов. И вот, друзья, зашел чисто проверить Payeer, а оказывается, деньги практически моментально пришли, блин, круто. Здесь даже вот указана выплата с Telegram-бота BooksTG. А также хочу показать тем, кто вдруг будет пополняться, как это делать. Давайте пополним как раз-таки то, что вывели, может быть, там побольше. Для этого нажимаем «Мой кабинет». И здесь пополняться можно как угодно, с Киви, с банковской карты, там, скрипты, в общем, как обычно. Я буду пополняться с Киви. И я хотел пополниться на 150 рублей, но здесь, видите, фиксированными суммами 150 нет. Ну, окей, давайте пополнимся на 250. Просто переходим по этой ссылочке. Теперь жмем «Оплатить». Заходим в свой Киви, снова жмем «Платить». И вводим код, который пришел к нам на телефон. Немножечко ждем, и сейчас автоматически должна пройти оплата. Все, друзья, оплата у нас произошла, и нас автоматически вернуло на сайт. Все, рекламный баланс пополнен на 250 рублей. И теперь здесь, друзья, вы можете создать абсолютно любое задание, накрутить там себе лайков, подписок куда угодно, или заставить там, например, людей регистрироваться по вашей реферальной ссылке. Способов реально много, но сейчас я вам покажу максимально рабочий и уже проверенный, как, друзья, каждый рубль на вашем рекламном балансе превращать в 3 рубля на основном. То есть как, друзья, эти 440 рублей уже сегодня превратить в косарь, ну или даже больше. В общем, показываю. Это сайт, где вы, друзья, можете сократить любую ссылку, и за каждый переход по такой ссылке вы будете получать оплату. Вот смотрите, за 1000 переходов по ссылке людей из России вы получите 487 рублей. А если по ссылочке перейдет, смотрите, 1000 таких же людей только из Канады, вы уже заработаете 1470 рублей. Это если они будут с компьютера, а если с телефона, то вообще 1800 рублей. А этим ботом BooksTG, я, друзья, уверен, процентов 90 пользуются с телефона, потому что это Telegram. И сейчас я покажу, как, друзья, используя этого бота, получать 1000 кликов по вашей ссылке из Канады, создав задание, ну и, соответственно, получать максимальную оплату. Для этого копируем абсолютно любую ссылку на любой сайт. Я вот просто в гугле написал «Спанч Боб», нажал «Картинки» и тупо, друзья, копируем вот эту вот ссылку. Теперь просто на сайте Sharmtech регистрируемся, дальше здесь нажимаем «Инструменты». И вот сюда вставляем нашу скопированную ссылку и жмем «Сократить». И все, вот появилась, друзья, та самая наша золотая ссылка, которая будет генерировать нам доход. Мы просто ее вот так, опаньки, копируем. Теперь идем в бота. Здесь нажимаем «Создать задание». Выбираем «Ручная проверка скриншота». Почему именно так, чуть позже поймете. И теперь, друзья, вводим описание нашего задания. Тут надо расписать прям все подробно, прям вот как инструкцию, чтобы мы реально получали хорошую оплату за каждый клик по нашей ссылке. Пишем прям по пунктам. Скачиваем бесплатный VPN, ссылочку на него, если что, она будет под видео. Включаем страну Канада. Да, друзья, в этом VPN можно бесплатно пользоваться VPN Канады, я все проверил. Дальше пишем, переходим по этой ссылке и сюда вставляем ту самую нашу сокращенную ссылочку. Жмем «Разрешить показ рекламы в браузере», делаем скриншот страницы, куда вы попали и... В общем, все это задание я вам, друзья, скину. И в конце приписываем, после выполнения задания можете отключить показ рекламы, она вам не будет мешать. Ну, чтобы люди не мешали, типа, что там за реклама, какая, как ее отключить и так далее. И отправляем это. Теперь, друзья, снова сюда вставляем ссылочку, ну, нашу сокращенную ссылку. И теперь нам необходимо отправить скриншот-пример. То есть, что должны люди, по идее, отправить. То есть, первый скриншот — это скриншот губки Боба. Ну, а второй скриншот со включенным VPN, вот,
страной Канада. Просто этих два скриншотика отправляем. И теперь самое главное, это цена задания. То есть сколько мы заплатим человеку за такое вот выполнение. И смотрите, за 1000 переходов мы с вами получим 1800 рублей. То есть 1800 рублей мы делим на 1000 кликов. Получается, за каждый клик мы с вами будем получать 1 рубль 80 копеек. То есть нам надо, друзья, указать абсолютно любую цену до этой суммы. Ну, чтобы быть в плюсе. Минимум цену можно указать 25 копеек. Но в таком случае, друзья, мало кто будет эти 4 шага делать за такую супер мизерную цену. Поэтому указывайте хотя бы там пол рубля. То есть, чем больше вы цену укажете, тем больше людей правильно все выполнят. Но тем меньше вы заработаете с каждого перехода. Я укажу, друзья, 0,50 рублей. Заодно проверим, как это все будет у нас работать на деле. Указываем 0,50. И теперь сколько необходимых выполнений нам нужно. То есть мы 440 делим на 0,50, 880 заданий. Указываем здесь 880, отправляем. Все это, друзья, проверяем. Да, вроде все правильно. Подтверждаем. Все, задание создано. И теперь считаем, за каждый клик мы получим рубль 80, друзья. Но человеку мы отдадим 0,50. То есть чистая наша прибыль с каждого клика будет рубль 30 копеек. И всего будет 880 заданий. То есть, друзья, мы заработаем 1144 рубля, хотя изначально у нас на балансе было 440. То есть, друзья, часть денег, заработанных без вложений, и часть, которую я пополнил, я умножу больше, чем на косарь. При этом, друзья, мне ничего не надо делать, мне надо будет просто иногда заходить и проверять отчеты людей. То есть, правильно ли они отправили мне два таких скриншота или нет. Если правильно, одабриваем, если нет, отклоняем и пишем, что неправильно. Все, друзья, пассивный заработок у нас готов, и давайте сейчас там через пару-тройку часов я приду, посмотрим, что получится. Итак, друзья, вот, наверное, сколько часиков уже... 5 прошло, я все это время, друзья, одабривал отчеты, много людей, кстати, выполнило задание, практически все выполнили правильно, это реально круто, и вот, обновляем страничку, и у нас на Шареме уже 344 рубля, которые я, по сути, заработал на пассиве, и, естественно, мы их сейчас можем брать и выводить. Давайте закажем здесь выплату, вывести заработанные деньги можно на Киви, на банковскую карту в любую страну, на баланс телефонов и на Pay. Итак, указываем сумму 344 рубля, дальше нажимаем создать. Ждем загрузку. Все, судя по всему, заявка на выплату создана. Давайте проверим. Да, вот на проверке 344 рубля. Окей, ждем. С сайта Шарем, друзья, я уже неоднократно выводил. Вот где-то, видите, прошло, наверное, минуток 50. И 344 рубля вообще без комиссии прилетели на Киви. Супер. А также посмотрите выпуск о приложениях, которые могут приносить по 400 рублей каждые 10 минут. На этом все. Пока.